Сегодня в основном производстве самолетов на ПАО-ВСО находится производство самолет Ил-96-400М. В настоящий момент самолет находится на стадии, на этапе стыковки основных агрегатов. Только что была произведена стыковка фюзеляжа с крылом. Следующий этап – это стыковка хвостового оперения, навеска пилонов и монтаж основных систем самолета. Окончание работ и передача на летно-испытательную станцию планируется в конце года.